Большое спасибо за предоставленное слово. Я на этой сцене, конечно же, как социальный партнер, который предоставил и этот зал, и предоставит все остальные залы в Республике Молдова, для того, чтобы все граждане Республики посмотрели этот прекрасный, хороший фильм. Вы понимаете, что по профессиональным как бы, требованиям я уже просмотрел этот фильм, потому что некая цензура такая. Фильм очень хороший. Фильм очень хороший. Но я на этой сцене сейчас хочу выступить как председатель исполнительного бюро по проведению в нашей стране в этом году законодательного республиканского референдума о вступлении Молдовы в таможенный союз Россия, Белоруссия, Казахстан и Евразийского экономического сообщества. Этот фильм о том, почему мы должны быть вместе, этот фильм о том, почему только вместе люди способны созидать, способны любить, и только когда люди вместе, у них есть надежда на будущее. В течение последних 20 лет наша страна искала свое место в геополитике, металась от востока на запад, от запада на восток. И в этом году впервые в истории нашей страны, независимо от официальной политики властей, гражданам Республики Молдова будет предоставлена возможность высказать свою волю о будущем своей страны, о том, как мы должны быть вместе, как мы не должны разругаться с народами, с культурой, с традициями Европейского Союза, как мы должны впитывать от народов, культуры Европейского Союза все лучшее, и о том, как мы должны сохранять те вековые традиции культурной, духовной и исторической связи, которые нас связывают с народами, которые проживают на востоке от нашей страны. Мы 9 мая провозгласили общественный такой лозунг, что мы должны быть вместе, и призвали всех людей, которые приходили на мемориал славы, почтить память и воздать должное тем, кто воевал за наш сегодняшний день. И только за один день на мемориале славы более 10 тысяч кишиневцев подписали подписные листы в поддержку проведения этого референдума. Более 50% населения по опросу общественного мнения считают, что Молдова должна приступить к возрождению старых традиционных связей со странами бывшего Советского Союза. И я очень рассчитываю, что сегодня взрослая часть зрителей этого фильма после просмотра этого фильма также сумеет оставить свои подписи в поддержку проведения референдума. А сейчас я обращаюсь к молодым людям, которым еще нету 18. Посмотрите этот фильм. И если вы поймете, что авторы фильма, актеры фильма, режиссер фильма сумели донести до вас истину, почему мы должны быть вместе, передайте своим родителям о том, чтобы они активно присоединились к народному гражданскому референдуму о вступлении Молдовы в таможенный союз Россия, Белоруссия, Казахстан. А сейчас желаю вам приятного просмотра. Спасибо.